Доброе утро, мои замечательные. Сегодня уже получается пятница и где-то, ну, уже ближе к половине восьмого утра. Ясенька, не надо, пожалуйста. Меня тут балуется. Ярослав прибежал, увидел, что я снимаю. Так, как это? А на арене все те же. Сейчас, секундочку. Так, ну, в общем, как-то так. Ну, вот. Вот здесь вот куст был под окном. Мне он очень нравился. Так что ладно. Двор до камня не дочистила я. Только пока, получается, вот пару раз я выгребала. Немного выгребала под этими деревьями, но не все еще. И вот там начала убирать лишние, так скажем, ветки, но без ножовки это все-таки сложно сделать. Ну, ничего, я думаю, придумаю как. Так, ну, это как сказать-то, бедолага-то наш, вон он ходит черненький. Я думаю, что это не подкидыш, а просто он сам пришел, скорее всего. Вот кучку песка мы нашли, получается. И получается, я вот одну-то кучу вытащила с, господи, как называется, со всякими палками, с травой. А тут вот еще одну нагребла, но не вытащила. Блин, там она такая большеватая, да? Так, и в этот понедельник я не выбросила мусор. И даже не знаю, можно ли это делать, пока ты не заключил договор. Вот эти все камушки надо будет ведерком выносить, как бы тропу сделать, наверное, или еще как-то, ну, в общем, перед воротами со стороны улицы разложить. Со стороны улицы вообще ничего не убирала. Красота. Так. Сейчас, секундочку. Забыла договорить. В общем, сейчас у меня что планы? Мне осталось чуть-чуть кофе допить. Мне так нравится здесь сидеть, завтракать, кофе пить, наслаждаться. Ну, единственное, что вот машины периодически проезжают, нарушают эту идиллию, так скажем. Ну, я думаю, что эти все трубы никого особо не раздражают, но тем не менее, да? Вот эти все звуки природы, так прекрасное небо, зелень. Понятно, что будет осень, будет хмуро. Когда-нибудь будет потом зима. В общем, кстати, первый раз, наверное, я так вижу. Вот это уже дом соседей. Мало того, одно из окон у них выходит к нам во двор. Но ну, там, в общем, никто не живет. Дом, к сожалению, заброшен. Вот, так что так вот. Тем зимой бедолага ко мне пришел. После того, как мы нашли этот песок, Ясенька просто в восторге. Он быстро-быстро завтракает и бежит скорее играть в песок. И, ну, много времени он сейчас так играет. Так, значит, планы на сейчас. Пошла я. Подытожу, там у меня немножко осталось подытожить шарф. Я вчера легла, получается, уже ближе к 2 часам. И, значит, шарф. Еще раз, господи, Царюш лег зачем-то вот так. Царюш, зачем ты там лег? В общем, шарф и куртку. Прямо такой завершить. И на сегодня у меня еще, ну, у меня много дел, много работы, слава богу. Я очень рада этому, поэтому и я надеюсь, что я все-таки уже вхожу в свою колею, в рабочую. Как-то стараюсь поймать внутреннее умиротворение и
Конечно, мне проще, когда я, допустим, знаю, что я буду делать, что меня будет, ну, допустим, завтра, послезавтра, все равно так проще, да? Ну, я не знаю, как там другим, мне. Вот. Ну, и так как я уже кое-что уже, ну, не до конца, но решила, уже как бы есть план действий, план, он еще одна охранная собака. Мне уже как бы более спокойно сейчас, то есть надо, я знаю, что надо делать, как вопрос решать. Такой вот вам показываю, да? Пейзаж. Вот. К слову, всякие вот такие пока вот внешние отделки, да, мне очень, конечно, хочется все это замазать, покрасить, но это получается такое, знаете, как накрасить губы, но не почистить пятки. Ну, вот такое вот, как бы сказать. Поэтому мне более сейчас важно не внешность вот эту, то есть произвести на что-то, на кого-то там, ну, и глаз сильно радовать, а то, что действительно значимые работы, по крайней мере, вот, то есть у меня первое, это приготовиться к зиме. То есть это самое важное к отопительному сезону, чтобы мы были готовы. То есть это самое основное на данный момент. А дальше будем решать дальше. Ну что ж, да, и на сегодня у меня из планов по дому, наверное, только у меня есть как бы кухня, и на кухне сейчас там, ну, так как тут все это дело просто стояло, я так, ну, грубо говоря, пылила, убирала, да, это, в общем, кое-что так вот просто привести в порядок на кухню. Ну, кухня у меня сейчас в доме на верандочке, поэтому уже там будем как бы, ну, немножко навести порядок. Это немного по времени, ну, и, естественно, подтереть пол, потому что, ну, все-таки Ставрополье это, ну, это пыль. Вот. Поэтому все. Пока вот по дому, ну, естественно, как бы обед. Все. То есть такой-то работа на минималках. Хорошо. Ну, все, я допиваю кофе и пошла работать. Ну, и когда уже поработаю, будут какие-либо наработки. Надо, кстати, сегодня сделать более качественную все-таки съемку куртки этой и шарфа. Так что все на связи. Приветствую, да, еще разочек подключения. Сегодня время уже 6 час. Сходили мы на почту, и, в общем, я здесь первая, кто была, таким образом отправляла, значит, как это, когда в приложении создаешь посылку, приходишь, говоришь трек номер, и потом они оформляют, и с карты списывается. Господи, бедные девчонки замаялись, запарились. Они отправляли Авито доставкой, а вот так еще не делали. Кран, да, не очень надо туда. Ой, подушечку будет поставить, чтобы не это. Так, слава богу. Я, как всегда, кстати, ну, я вот эти, которые видео сняла, зарисовки, но ни обзор в итоге, ничего не сделала. Все как обычно у меня. Ну и ладно. Бог со мной, что я могу сказать. Постаралась как бы снять видео. Фотографии сделала размера, значит. Девы, ну вот просто откуда руки? Ну, наверное, с задницы винтом, потому что разложила, а телефон, короче, отключается, это, как он там, максимально что, перегрев, ну, что-то такое пишет, значит, перегрев и выключается, и все тут. А потом, прежде чем идти на почту, я его охлаждала, потом мы пошли, в общем, целая эпопея. Ну, ладно, как получилось? А, ну и получается, сделала вот это туда-сюда и сделала фотографию, получается, нету начала, ну, по груди. Ширину это хотела сфотографировать. Ну и что я сделала? Начала нет, конца нет. Надо посмотреть, потому что там вроде как несколько я старалась фотографии вот это делать. Ну, говорю, телефон отключался всю дорогу от перегрева.
Надо, кстати, где-то в тенечке повесить градусник, чтобы хотя бы по нему наблюдать. Которую, значит, смотрела в тени 37, но надо было, говорю, это... Надо, наверное, несколько иметь, да? Значит, что сейчас? Слава богу, закончила шарф, не стала я стирать. Уже это, ну... Нет, была бы машинка, я бы могла, в принципе, ну... Ну, ладно, короче, все, он уехал. Шарф и куртка, ставим галочки, молодец. Надо будет как-то... Вот, хотела сегодня заняться перчаткой, может быть, и займусь, может быть, не займусь, ничего не знаю, состояние размазанное этой, не знаю, повидлы на солнце. Что-то прямо перегрелось, наверное, потому что мы, конечно, уже не в самый солнцепёк пошли, но это был все равно солнцепёк, и как-то так получилось, что особо вот прямо, чтобы по тени идти, такого не было. Ну, то есть я прямо сейчас чувствую, что перегрелась голова. Я вот сейчас понимаю, что пришли, я просто так охолонулась, но надо нормально прямо ополоснуться, охладить тело, чтобы... ну, в общем, охладить тело, да. Тут разложилось. В общем, вот пока как стоит, так будет стоять. Ничего не хочу трогать, кстати. Прикрутила я. Ну, наверное, я где-то в этих видео... Да, я делала же подключение. Потом, ну, как обычно, я удалила, что не актуальные. Когда мой этот супермастер, этот помощник здесь был, супермужик-то, ага, мечта всех женщин... Ну ладно, тем не менее, в общем, прикрутила полочку свою. Ну, видела, кстати, заглянула на, ну, на Озон, да, я сейчас смотрю, почему на Озон, потому что Wildberries, ну, либо в Светлоград ехать, либо в летнюю ставку, до Светлограда дольше и дальше, но более реально доехать, нежели до летней ставки, которая ближе. В общем, как-то вот так сейчас здесь. То есть, с одной стороны, вроде как, все, что надо для... А, зашли, сейчас, так, по порядку. Заглянула, значит, я посмотрела стеллажи, но что-то я не посмотрела на цены и размеры. Просто посмотрела, что они бывают всевозможные, готовые уже стеллажи. Ну, потому что я почему подумала про готовые? Во-первых, я не забрала доски, во-вторых, думаю, ну, даже если доски покупать, это же где-то надо. Что-то это моя любимая холка заболела, а... Каменная, хотя... А, и мы сегодня с Ясенькой не делали зарядку. Да. Да, пропустили с тобой. Мы с Ясенькой. Сейчас. Что-то у меня как-то это... Или мне кажется сослепу, или засвечивается, или... Или кран мутный, ну, это камера грязная, запотеть. Ну, ладно, будем надеяться, что это засвечивает. В общем, что, повесила полочку, но выбрала, наверное, слишком длинные эти шурупы свои. Ага, и один-то шуруп я тут в три присеста закрутила, ну, то есть я основное прокрутила, ну, в один присест, потом... докручивала. Руки слабые, и мне это тяжело дается. В этом плане, конечно, шуруповерт для меня лично это прямо очень сильно выход. И я вот думаю, что буду, когда уже туалет надо заканчивать. В общем, нужно мне сейчас, прежде чем вот эти всякие строительные делать какие-то делишки свои, нужен шуруповерт, иначе, ну, ручки мои нет, не тянут такие вещи. И вот один шуруп я не могу до сих пор прокрутить. Я его несколько раз в день там, ну, по чуть проворачиваю, но не могу прям, а боюсь слишком напрягать, потому что это же моя работа, то есть, ну, сорви руки, и потом как я работать буду, очень боюсь этого, ну, сорвать руки. У меня что-то такое было, не помню когда, но просто я помню, что я прям не могла работать, это было, ну, такая прямо... Прям такая пугательная вещь. Так, значит, что? На данный прямо момент не хочу ничего, не могу ничего. Надо вязать, буду вязать. Все. Ясенька, пожалуйста, не надо баловаться, сынок.
В общем, серый кардиган и черная кофта и перчатки. Нет, на самом деле есть еще другие заказы, но это то, что буду это впереди. Конечно, хочется и себе вязать, но себе я буду. Вообще у меня в планах есть такое, что работа работой, но и про себя, ну, про нас, я себе не забывать, не игнорировать нас, да, и хотя бы там, ну, поскольку-то провязывать, ну, грубо говоря, я так вот просто скажу, допустим, там полчаса в день, ну, хоть сколько-то, но чтобы двигать все-таки вязание для нас, ну, и для себя в частности, ага, так, так, на почту сказала, сходила, значит, нашла два номера электриков. Следующее, что у меня происходит, а сейчас скажу, 5 секунд. А, и зашли мы сегодня еще, я не знаю, как правильно он там называется, но назовем его Дом культуры, да? Вот, зашли в Дом культуры, поузнавали, чуть-чуть мы маленько совсем поговорили, то есть там уже практически никого нету, не было. Мы, получается же, уже после... Я не помню, во сколько мы пошли, но, наверное, после 2 мы пошли, потому что пока обед подождали, потом вот у меня, говорю, пыталась снимать, у меня телефон перегревался, я пыталась его охлаждать, в общем, потом выйти мы не могли, то есть я выхожу, и он мне пишет, что он перегрелся. Сейчас, секундочку. Ну, в общем, что у нас еще такого? Сегодня прямо жара-жара стояла. Тут вроде как типа собрался дождик, и что-то, по-моему, пересобрался. Умотылял куда-то. Ну, а мы с этим походом вот на почту, я сегодня днем не отдыхала. Ничего хорошего, ну и ничего страшного. Пораньше ляжет спать вечером вовремя. Хотя такое ощущение, что и уже сейчас ляжет. Спать, да? До. До. Ну и вот. В общем, что у нас еще такого? Так, а, ну и зашли в Дом культуры. Директора уже не было. Ну и там как сидела, я не знаю, как кто. Неважно, дежурная, так назовем. Что-то какие-то кружки идут. В общем, что-то есть, что-то вышивание, кружок здесь есть. Ага. Ну и сказал, директор будет. Понедельник утром с 8, по-моему, до 12, что ли, она сказала. Вот. Ну, с 8. Вот. И я к чему говорю, что пойдем-ка мы в понедельник сходим. Узнаем, может быть, какие-то кружки можно ясеньку начать водить. Ну, какое-то все-таки общение и развитие и так далее. И, ну, говорю, может быть, и мне какой-нибудь кто-нибудь получится. Я, конечно, в это, ну, не надеюсь на это, да, то есть, ну, мало ли, всякое же бывает. Поэтому сходим. Вот. На данный момент я перед собой поставила 3 работы, хотя кого ж я обманываю, 4 же, 4. У меня же еще вот такие есть кусочки норки. Вот. И в чем... Сейчас такая сижу, задумалась. В общем, мне надо сделать хвостики. Вот я сейчас пытаюсь это подумать, как и сколько. Но, тем не менее, в общем, вот такие у меня есть кусочки норки. Мне надо посчитать просто... У меня этих таких кусочков 6 штук, и мне надо... А, бритву мне надо, да. Я совсем забыла. В общем, мне нужна бритва, чтобы посчитать, на сколько хвостиков мне хватит вот этих 6 отрезочков меха. Я вот сначала я предполагала, что мини это... Ну, неважно там, по подсчетам не буду сейчас ничего говорить. Ну, и потом надо будет тут вот подобрать пряжу. Конечно, проблемно подбирать в этом плане, когда хочется все-таки, чтобы прямо
тон в тон, но это уже такое прямо дело. Ну, в общем, будем пока, как это, поглядим, посмотрим. Вот, но кусочки меха я уже оставлю на чуть потом. Кстати, доходягу, ну, что, только глазки промывала, но это, конечно же, мало. Доходяга пока кушает. Ну, что могу сказать? Ну, у меня сейчас что? Это все как обычно. Финансы живут. Сейчас доходягу лечить. Ну и сделать вид, что его я не увидела, да, что это закрыть перед ним дверь. Ну, это тоже как бы. В общем, как говорится, мало мне проблем. Ладно, как есть, так есть. Надо какое-то все равно средство покупить, причем время у меня пришло вообще для всех. Ну, либо я подожду уже, ну, либо Луизу потом отдельно. Что-то маленько, да, усталость такая, поэтому, наверное, вот эмоции такие. Вот. Ладно, слава богу, отправлены два заказа. Все, начинаем действовать дальше. Сейчас у меня прямо серый кардиган и кучинелка, да, вот брюнелка, не знаю как, кофта, да, слава богу, свой сняла, этот у меня есть мастер-класс, потому что я прям понимаю, что маленько уже запамятовала. Но тут девчоночка одна писала, девушка мне в комментариях под этим мастер-классом. Ну, я понимаю, да, я потом, кстати, как-то так, ну, вот сняла, села, сняла, выпустила все. Потом-то пересматриваю, думаю, ну, как-то и далеко, и слова я путаю, и все, бла-бла-бла. Потом думаю, ну, что теперь делать? Ну, снимать еще раз, ну, я не в состоянии. Надо было по-другому это все делать. Но, с другой стороны, вот молодец, хоть так сняла, скажем так, для себя. В том плане, что сейчас вот буду вязать по собственному мастер-классу. У меня вот единственное, я, знаете, что не помню. Сейчас зацепилась. Долечка, секундочки. Вау-вау-вау. В общем, у меня получается. Я. Надо, кстати, пересмотреть. Ну, я, наверное, сейчас буквально два ряда провяжу, ну, либо так просто посчитаю петли. Мне кажется, уже, в принципе, достаточно провязано. И я, по-моему, говорила, да, что после переезда у меня немножко изменилась плотность. Мне кажется, до переезда у меня была прямо плотность более плотная, чем я сейчас вяжу. Но единственное, что надеюсь, все равно, что мериносо вот это с кашемириком, оно расправится, раз это самое, и вот оно все хорошо ляжет. В общем, наверное, я сейчас посижу, повяжу черное, пока еще освещение, да, вот какое-то более-менее человечье, включу свой мастер-класс, который я там наснимала. Почему даже не смотрю в кадр? Потому что, ну, хотя надо не в кадр же смотреть, а в камеру, да, наверное, это было бы правильно. Ну и ладно. Одним словом, сейчас я повяжу черненький, а потом повяжу серенький. Хотя по-хорошему была бы Оля хорошая, повязала, связала бы перчатки. Но, а может, перчатки еще возьмусь вязать. Ну, ладно, в общем, что буду вязать, покажу. Сейчас у меня вот маркер стоит, я его переставлю. И на сером я должна была переставить и не вязала. Да, я его переставила уже, то есть стоит. И посмотрим, в общем, что я сегодня повяжу. Покуда еще светло, это буквально еще часа. Ты бы вот не ложился сейчас спать. Скоро же спатеньки уже, сын. Пошел бы поиграл. В общем, скоро уже у нас будет все равно темно, и черное мне будет сложно вязать, тем более с узором, да, это вот прямо вглядываться, смотреть.
Кстати, да, сходили, но, как обычно, что я сделала? Прибралась, готовить это делала прямо чуть легкий бульон, ну, потому что жара, кушать вообще очень сильно тяжело. Мы просто так это вот лапшичку с бульончиком поклевали, все, ну, тяжело, как нет аппетита в жару. Но и потом вот на ночь есть тоже не вариант, тем более, ну, нормально, да, все. Вот, это, в общем, мои хорошие, что-то я уже болтаю-болтаю, как та болтушка-трепушка. Все, поработаю, покажу. Да, Ясенька, выключу видео. Ясенька, стой. На связи, это скоро подключусь, еще покажу, что я навязала. Так, привет. Значит, что сейчас суббота? Примерно где-то около 12 часов. Я успела сбегать на почту. Мне надо было отправить куртку. Мне так сбегала на я вязала большую куртку, но вот наконец ее выкупили. Сбегала ее, отправила. И что еще? Ну, Авито доставкой, в общем, все отправила. И следующее, что сейчас моменты. Ах, да. Ну, не знаю, сегодня вечером был, ну, как предварительная заказчица, так скажем, обсуждали предварительный заказ, закажет, будет или делать, или нет заказ, узнаю уже вечером, скорее всего. И вяжу я, значит, брунелку свою черную. Видно, нет. Ну и что вы думаете? Первая начала не на тех спицах. Но я провязала, получается, половину раппорта не на тех спицах. И сижу, вяжу и понимаю, помню, что другие спицы, другой кончик. Сидела, вспоминала, вязала. Потом думаю, ну и вспомнила, что вязала вот на этих дропсах, что они мне, ну, хотя я их не очень люблю, потому что спицы сами удлиненные, или как, или, ну, может быть, они не удлиненные, а нормальные. А сам, ну, этот шланг, он как бы короткий. В общем, получается такие, ну, такая сомнительное такое удобство, так скажем. Но с другой стороны, что есть? Ладно, вяжем на них. Другого подходящего у меня нет. То есть мне нужны такие нормальные кончики. Следить, конечно, прям приходится смотреть, потому что пряжа, которая меринос, она состоит из кучи тоненьких ниточек. Вот это все дело пытается еще мне периодически так это расшипериться. Ладно. Ага, и что я сделала? Я встала, то есть, с утра, хотела сначала во дворе немножко поубираться, но вчера у нас был дождь, и, в общем, передумала я. Во-первых, сырая земля, во-вторых, сейчас, вот считаю, больше, ну, выше 30 градусов жары, и вот эта земля как в бане сейчас, как прям такое это в сауне, парит, паркая жара. Но это сейчас, с утра нет, просто то, что сыро туда-сюда, и, в общем, потом вот с этой заказчицей, ну, в общем, потом села вязать. Провязала раппорт. И я так накосячила, так лоханулась. Получается, я вчера связала один. Вот, кстати, я сразу уберу, наверное, эти, да, маркеры. Потому что вот я повесила следующий уже сегодня. А это вот то, который вчера. Вечером связать очень тяжело. Поэтому вязать буду только дневное освещение, эту кофту. Ну, сейчас прекрасно, то есть никакие лампы мне не нужны, ничего. И вот я прям так здесь сижу. Хорошо, единственное, приходится все равно шторить окна, потому что иначе очень, ну, солнце греет. И да, надо будет все равно решать со шторами, потому что сейчас они просто на веревочках подвешены. Ну, вообще не камельфо. Вот. И провязала я, получается, раппорт. Ну, вот раппорт, это вот, получается, два отверстия, да? Провязала еще один раппорт, начала вязать как бы следующий, и я увидела ошибку, то есть я забыла сдвинуть, представляете? И сначала хотела уже оставить, и, ну, переделать это точно никак. Я пялилась, пялилась, думаю, ну что делать-то? Ну, это видно прямо. В общем, пришлось распускать. Но одна беда распустить, вторая беда это еще и поднять потом эти петли.
это, перенервничала. А, и мало того, отправлять эту куртку. Ну, такой вот заказчик, да, у меня. Неважно. Представляете, полезла и найти не могу. Я еще ее долго искала. Я знаю, что она в коробке, что ну, нет, шкаф она нет. И начала перебирать все коробки. Ее нигде нет. И у меня все, паника, паника. У меня такой стресс я пережила прямо. Для меня, короче, я понимаю, что вот эти все неровности и стрессы, либо я такой человек, которому все равно на что, лишь бы пострессовать. Либо что, не знаю я. Меня аж затрусило все. И я вспоминаю, что одну коробку я не смогла затащить. Ну, сама же тоже, как бы, грузчики что-то помогали, делали, ну, не что-то, а заносили. Но и я. И одну коробку я не могла... Ну, крыльцо в дом как бы выше. Ну, уже здесь наставлено же было. И я взяла одну тяжелую коробку, затащила в мастерскую. И я уже дома, все, у меня уже слезы покатились, и трясет уже все. Вот, ну и в итоге за это, как называется-то, вспоминаю, что одна коробка стоит в мастерской, я туда, ну и она там лежит, ну как, среди вещей, как. Вот. И да, я сегодня прямо, когда вот это стрессанула, то думаю, нет, надо, ну, Наталья посоветовала попробовать все-таки спросить, может быть, кто даром отдаст или что. Ну, короче, комод, ну, не знаю, насчет шкаф, да я уже говорю, даже и шкаф буду как вот. Просто шкаф это все-таки слишком громоздко, я не хочу, да, как-то это. Вот. Либо какие-то антресоли, либо комод, ну, в общем, что-то надо, потому что, ну, во-первых, коробки до сих пор стоят, кстати, это. Ладно, это потом все буду думать, чудо как. Ну и когда, ну это вообще мрак, я одну коробку так психанула, ну на нервах, я ее перевернула, а там ну просто эти ткани, кусочки ткани у меня лежали аккуратно сложенные. Сейчас я это просто в итоге все запихнула. Ну все, слава богу, отправилась, сейчас она будет долго ехать. Я как раз когда отправляла, почта уже уехала, то есть сейчас почту будут отправлять во вторник, воскресенье, понедельник, на почте у нас выходной. Да, надо вот меховушки мне за выходные сейчас посчитать, как это сделать. Ой, много-много работы, я так рада, лишь бы все работать и быстрее, и не перевязывать. Меня вот это сегодня... Но я себя что успокоила? Что я вовремя увидела. Причем самое что тоскливое еще в этом деле, что я внимательно такая прямо думала о том, что надо сдвинуть, и как бы в уме-то это... А сама не сдвинула узор, вот. Ну, что, бывает. Да, мой МК, конечно, оставляет желать лучшего, но, с другой стороны, в принципе-то я-то сама вязала, поэтому мне проще, я понимаю. Но я так понимаю, что если кому-то смотреть, да, может показаться прямо-таки неудобным. Ну, как есть. Так что все, сейчас я хочу выпить. Ну, чая у меня нету, я забываю о нем вообще. Мы не особо пьем, то есть мне вот две пачечки по 25, да, там, ну, грубо говоря, 50 пакетиков, нам зачастую бывает, что и больше месяца хватает. Ну, бывает, что больше, конечно, пьем сейчас. Вот я стала уже тоже пить, нет-нет, допьет чай с молоком, но на месяц где-то. То есть мы, в принципе, не особо пьем чай. Вот, но сейчас бы вот я хотела выпить чая. Но, в общем, его нет, поэтому кофе с молоком. Цены, да. Если яйца я в Магните там, ну или где покупала, все-таки там 50 с чем-то рублей, здесь десяток 110 рублей. Причем в Благодарном даже домашние яйца продавали еще и с доставкой по 60 и по 70 рублей за десяток. Представляете, да? Ну, в общем, как-то так. Ладно. Не знаю, может быть, кто-то продает домашние. Я сейчас в этот момент еще ничего не интересовалась. А хотела взять, думала, ну, может, не сегодня. Ну, может, сегодня что-то постряпать и ребенку. Может, там, ну, что-нибудь, в общем, на тесто. Ага. Ну, что ж, на сегодня у меня сейчас вот прямо просто лежат три изделия. Это брунелка, это серенькая вот эта кардиган и перчатка. И еще я вот эти, говорю, кисточки.
Но, в принципе, порешали, ну, поговорили с, они не прямо это, но, в общем, за выходные, либо за начало следующей недели мне надо вот эти меховушки именно разобрать. Что ж, есть еще надо, которые другие заказы, там надо сейчас посмотреть, что с пряжей, в общем, мои хорошие, работы много, слава богу, я работать. Вернее, пошла чаю попью, кофе с молоком, и буду работу работать. Так что так. Да, на улице жарко, хоть и говорю, вот у меня здесь форточка, ну, стекло-то выположил, и я не стала его обратно вставлять, маленько ветрит. Но мне нравятся звуки природы, то, что еще. Ну и когда вот ветерочек, тоже хорошо. Так, ну а ясенька все, лег спать. Пободрствовал с утра. Так что все. Я на связи. Будут какие продвижения, буду подключаться. И, ну, не знаю, хотела еще, выходные точно нет, но, может быть, уже на следующей неделе все-таки буду делать обзоры журналов. У меня их как есть некоторое количество. Прямо некоторые мне там, я так делаю, ну, что-нибудь как взять себе за идею тоже есть. Ну что ж, вот так вот меня как-то считаю. Ну, не полдня, конечно, но прошло немножко времени. Хотя встала сегодня хорошо. Так, ну вот котенка еще, кстати, не знаю, как назвать. Пока ходит безымянно, называю малыш. И да, надо найти, изыскать возможности купить ему средства лечения. Там что от гельминтов, там, ну и так далее. О, прям течет. Так что, ну что ж. Маленькая работа движется, слава богу, говорю, что, ну, хотя бы так уже стало отлаживаться, в том плане, что, ну, немножко. Так что покажу, что еще провяжу, так что это еще влог не буду загружать, загружу уже, наверное, когда что-нибудь, ну, более такое, будет что показать. Так, решила все-таки то, что у меня уже снято и собрано, смонтировать и выпустить. Но для этого я решила все-таки подвести итоги. Хотя я уже начала вести и следующий влог с понедельника, но, ну, то есть уже сегодня понедельник, но завершим то, что я там снимала. Я не помню, с пятницы или с субботы у меня было несколько подключений. Одно подключение я удалила, там прыгает звук, и я поняла, что со звуком у меня чаще всего происходят проблемы, когда телефон на зарядке, а я либо записываю там либо аудио, либо, ну, вот, видео, но вот со звуком тогда происходят нюансы. Значит, что по вязанию. Так, это я уже сегодня поставила маркер. То, что провязала тут, где он был, я не помню. Но надо было, может быть, не надо было удалить, но это его снимать надо, но неважно. Что ж вчера у меня произошло? Я села вечером вязать, и знаете, вот такая, так, все легко пошло. Я такая ла-ла-ла-ла, все, сидела прямо счастливая, как три папуаса. И я связала английской резинкой. А я вяжу полупатентный, да? В итоге такая хопси, каким-то образом перешла на полностью патентную резинку. Я такая, ну, была мысль такая, типа, провязать. Потом такая, думаю, да что ерунду. Распустила, распустить приход, получается, в общем, распустила, подняла петли. И мне казалось вчера, что вот. Наверное, да, нет. В общем, мне как будто вчера казалось, что прямо видно, где я распускала, где поднимала, перевязывала. Но я вчера все равно пока не вывязала, я не успокоилась. Да, то, что распустила, я обратно эти вывязала, может, даже еще на пару рядочков больше, чем провязано было. Ну, единственное, считай, двойная работа, да, то есть, по сути, если бы я не перевязывала, связала в 2 раза больше. Ну что ж, и так бывает тоже. Так, с брунелкой, значит, что у меня с брунелкой? На данный момент сейчас я сразу и переставлю. Не знаю, зачем здесь у меня
маркеры, не помню, вот, правда, короче, не помню, для чего-то здесь какие-то маркеры. Ну, здесь, ладно, вот у меня отделены как бы две эти для стабилизации, да. Ой. Тут у меня упало, значит, вязание и снялось со спицы, и пришлось тут поднимать, но вроде все аккуратно, или с этой стороны, неважно, вроде все аккуратно подняла, все нормально. Я говорила, что я ошибалась, то есть провязывала один раппорт. Не знаю, видно, нет, давайте так вот. Да, такая дырявка-дырявка смотрится, но когда постирается, кашемирка раскроется, это все смотреться будет намного аккуратней. Сейчас не знаю, да, вот как-то охота, чтобы маленько было и видно блестюлечки. Но, в общем, посмотрю, буду ли я здесь вязать. Вполне возможно, что здесь будет просто скошенное плечо и будут, ну, в общем, широкое полотно без проймы. И, в общем, вот таким вот образом, да? Нет, понятно, нет, что сказала, но тем не менее. Допускала ошибку, забыла сдвинуть. Не то, что забыла, нет, я просто неправильно провязала. То есть был отвязан один раппорт, да, высоту. Потом я забыла сдвинуть, ну, неправильно, вернее, как для себя. Сейчас очень внимательно я это слежу, очень. И когда, потому что подбирать потом петли, это просто мрак. Потому что узор в каждом ряду, абсолютно в каждом ряду. Где-то накиды, где-то закиды и прочее, прочее. В общем, распустить это вообще, это не как-то ломать, не строить. Потом собрать петли, это было для меня просто утомительно. Потом я провязала, значит, ну, когда следующее, да, вот несколько рапортов, я не буду врать, там 2-3, я не буду врать, не помню. И такая разложилась, посмотреть, полюбоваться работой. И смотрю, ну вот что-то не то. Я ведь не сразу даже поняла, такая еще рядочка, ну не рапорт, сколько-то, наверное, ряда 2 провязала, думаю, да нет, что-то не то. И внимательно-то рассмотрела и поняла, что я неправильно провязала, в общем, не сдвинула раппорт, как надо было. И что, пришлось распускать, поднимать петли. Ну, в общем, сделала я это дело и все вяжу. Единственное, что говорю, сейчас я прямо, когда провязываю раппорт, следующий вот эти, это я прямо... глаза таращу, чтобы это, не допустить эту ошибку, что, ну, прямо для меня это уже такой панический страх вызывает. Но вчера мне, это, слава богу, я вроде как и вязала на самом деле очень внимательно, очень, как сказать там, в общем, очень внимательно, да, так скажем. То есть это не получалось скоростное, так скажем, вязание абсолютно. То есть я, во-первых, не скажу, что я вяжу быстро, нет. Во-вторых, ну, в общем, но вчера у меня уже к вечеру пошло вязание быстрее. И вязать я могу только в дневное время суток. Единственное, что я у меня здесь висит моя рабочая фара. И я ее хочу как-то теперь перевесить так, либо, ну, как-то так, потому что она у меня как бы немножко спереди, да, вот с правой стороны, спереди освещение. Мне надо все-таки, чтобы оно немножко, наверное, даже со спины падало, чтобы именно на вязание, на работу шло. Вот, надо вот сегодня перевешиваю лампочку. Это я вчера поняла, что немножко не так висит. И, в общем, вчера вечером у меня пошло вязание уже быстрее, реально быстрее, то есть, ну, сколько было провязано, да. Естественно, да, опять, да, то, что потерян, как, потрачено время, опять же, на распуск, что можно было там уже вывязывать, как бы, так скажем, вторую половину полотна, но... Ну вот, как идет, так идет, и слава богу. И слава богу, пусть оно будет так, ничего страшного в этом нет. Дальше, что, мои хорошие, что я? Так, ну вот, я перевесила маркер себе. Также буду, наверное, как... Я начала вот новый влог, в котором я озвучила, что я сейчас просто засекаю время, грубо говоря, там, каждый час, да, или там каждые полчаса.
для себя я это отражаю. И пока, то есть понятно, рабочее время, оно занимает даже вот видео, грубо говоря. Ну, это, да, видео это все-таки хобби, это не работа, но там расчеты, поиски и так далее, и так далее. Там какие-то записи, переписки, это все работа. Там сейчас смехом надо будет заняться, это все работа. Но в данный момент я хочу засечь именно время вязания. И я это делаю с сегодняшнего дня. Я попробую, наверное, ну, может быть, неделю я этим поувлекаюсь, да, может быть, меньше, может быть, больше, может быть, еще как-то, неважно. Тем не менее. Все, маркеры здесь переставлен. О, про перчатку села и понимаю, что руки, крюки, не вот, знаете, вот бывает. А, в каком-то из подключений, может быть, которые я там удаляла, да, может быть, это... Я говорила, что очень боюсь какую-то делать работу, то, что нарушит мое здоровье. Потому что, ну, потому что я знаю же это, да, что боюсь, что если что-то сделаю, и руки ослабнут, и а мне работать и вязать, это, ну, это работа, да. И потерять, как, грубо говоря, ну, инструмент, или как сказать-то, да. И да, вчера, то есть то, что немножко, да, там где-то гребла, где-то что-то делала, да, усилия, в общем, болит рука. И это тоже усложняет немножко вязание, особенно вчера, мне кажется, сегодня с утра уже не настолько, уже сегодня лучше. Вчера я вот именно вот это движение, нет, и сегодня тоже, в общем, вот эти пальцы, сейчас покажу, что я имею в виду. Вот эти пальцы, которые я, ну, придерживаю, вызывают, ну, не прямо боль, но такой болезненный дискомфорт. И за счет этого то, что, ну, вот, да, как это, чего боялась, то и случилось. Ну, ладно, это мелочи жизни. Все, значит, как-то я уже перешла и на новый влог по тихой грусти. Тем не менее, кое-что провязано. Перчатку я в итоге не связала, потому что я, говорю, села ее вязать и поняла, что... И я не нашла записи, а я знаю точно, что записи на перчатку я делала, потому что, ну, потому что... И я, ну, в общем, все. Все остальное, как хочется-то все и сразу, но будем как реалистами, все и сразу, это мочи нет. Но дальше. Так что, что буду, как буду вязать, время покажет. Что ж, этот влог я закрываю. Сейчас смонтирую, что там намонтирую, говорю, ну, вот одно видео, но там оно небольшое, там что-то, как обычно, понятно, что болтушка я, да? Да, я такая. Наболтала. И сейчас я вспомню, мои хорошие. Да, так что все, целую крепко. Подписываемся, следим, как это, как... Да, вот ставим лайки. Значит, что, по дому. Слава богу, у нас со вчера идет дождь, и моя совесть чиста, то, что я не пошла грести в огород. Ну, не в огород, перед домом. Хотя и я сегодня абсолютно вылетела у меня из головы про этот мусор. Ведь встала рано утром, да, вот это все, то есть, что я в меня, это, ну, вот просто даже я не думала о нем, скажем прямо. И уже так как понедельник, а закрываю я, ну, наверное, так скажем, около выходного дня. В общем, все, что дальше, новости какие будут, смотрите в следующем влоге. Что ж, всем всего доброго, до новых встреч.